Всем привет, Александр, с вами Кевин. Сегодня и сон приснился дурацкий. Как будто... Вот... Так сказать... Как будто вот меня моя сестра учит английского, и одновременно я по этому английскому разговариваю с... с Кевином. С Назаром. То... Ей не думаю, что Назар отлично знает английский. По своему сну, я так не думаю. Кс-кс-кс-кс-кс. Блин. Блин, погода вообще такая. Солнце прёт сильно. Вот. У меня вот небольшой вопрос. Кто хочет, напишите в комментарии, кто чем болел. Мне очень интересно. То этот. Шу, Люцк. Шу. Шу, мой маленький. То я. Вот где-то вчера, точнее позавчера, начало болеть горло. К ночи у меня начало все сильнее и сильнее, кто потом уже. Ослабила хват, так сказать. Уже послабее болело. А вот вчера вечером, ну как я начал пить чай, горячий с лимоном, понемногу проходило вот сейчас, я как бы не чувствую боли, но такое чувство все равно, дискомфорт есть небольшой. Вот так. Можете написать вы себя, ну в комментариях можете написать, кому какой сон снится и как вы относитесь к этим снам. Потому что вот мне лично приснился вообще дурацкий сон. Кроме того, что еще тот сон приснился про Назара. Приснился сон, что извините за такие моменты, но приснился сон, что я сижу в туалете, начинаю подтягиваться. Вот так подтягиваюсь, получается, руки вперед. И положил внутри. Сразу как еще сюда и подтягиваюсь. Извините. Если не подтягиваюсь, дверь с корнями ломаю почему-то. Да, Люш? Маленький мой, по десятый, по десятый. Малин. Налец. Малин. Блин. Этот, вчера ночью смотрел передачу. Ну, как передачу, сериал даже можно назвать его. Как он там называется, сейчас помню. Я не помню, как называться, короче, начали люди всюду. Ну и там, получается, их не... Не помню, Вова, по-моему, вызывать или Жека. Я не помню. Предложил, типа, поменять имя. Как один из знаменитых людей сказал, лучше выглядеть, как ты есть, пусть тебя за это ненавидят весь мир, чем выглядеть, как ты не можешь выглядеть, быть не самим собой, но чтобы тебя любил весь мир. В одной этой теме он прав, абсолютно, я не могу поспорить, потому что... Переодеваться и все такое, делать себя тем,
которым ты не являешься. Это очень глупо. Я бы сказал, даже очень. Чаще глупо. Лучше бы вести себя обычно, как ведет себя каждый. Независимо. Как то ты там. Просто вот, допустим, мажор, допустим, представь. У них куча денег, но они ведут себя не так, как они хотят. Они ведут себя так круто. Типа они такие клевые здесь. Типа, или, допустим, вот то некоторые блогеры, допустим, взять. Типа, все. Ну, начинающие блогеры, как я вот встречал. Вот, допустим. Идет такой, не помню, блогер, где-то лет 13-14. Извините. Идет такой, типа, крутой весь. Клёвый такой, типа, выделывается, короче. Ну, короче, он получил в тот день вечером от пацанов. От каких не скажу, это тайна. Короче, получил втык, притом сильный. Ну, все, не выделываются. Ну, а изначально, ну, надо было вести себя нормально. Потому что выделываться это очень тупо, очень глупо. Вот так вот. Так что я кому-либо там, кто тоже хочет повыделываться или еще что-то, советую. Быть собой и не выделываться. Это реально лучше будет. Ну. Больше не знаю, что сказать. С вами был Кевин. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, смотрите. И, конечно же, пишите комментарии. Мне интересно про вас знать тоже. Пока.